Открытый и общительный Даниил Булаев не отказал в интервью и нашей съемочной группе. Диана Ходулина встретилась с ним и его педагогом сегодня. В одной руке торт, во второй скрипка и широкая улыбка. Вот так Даниил Булаев спешит к своему педагогу. Однако, как только Даниил берет в руки инструмент, от детской беззаботности не остается и следа. Музыка занимает, безусловно, самое главное место. И даже такие вещи, от которых обычно другие дети как-то стараются избавиться, вот работа, внимательность, тщательность, у него все это есть. Ему это все в удовольствие. Не могу сказать, что он очень много занимается. Меня обычно спрашивают, сколько часов в день занимается этот ребенок. Я вас уверяю, ни в коем случае никакого насилия над детской душой там нет. Найди себе опорные какие-то пункты, потому что ты валишь все в одну кучу, у тебя получается... Впервые скрипку в руки Даниил взял в возрасте 4 лет, и, по словам родителей, это был его самостоятельный выбор. Однако немаловажную роль в жизни мальчика сыграл выдающийся скрипач Гидон Кремер. Меня родители отвели, когда мне были 4 года, на концерт Гидона Маркусовича Кремера. И мне очень понравилось звучание скрипки, и я попросил родителей, чтобы я тоже мог заниматься скрипкой. И знал ли тогда маленький Даниил, что спустя 6 лет он будет играть на одной сцене с Гидоном Кремером? Я считаю Даниила Булаева очень одаренным ребенком, в котором я вижу себя самого в детстве. Талант нам дается от Бога, но нам, как людям, следует о нем заботиться. В свои 10 лет Даниил играет на скрипке, фортепиано, танцует, играет в футбол и посещает школу. Однако, по словам самого мальчика, времени у него на все хватает. Я хочу стать, конечно, профессиональным музыкантом. Также хочу и танцевать тоже на приличном уровне. Даниил – гордость и радость как родителей, так и педагога. Однако относится к славе юного скрипача они с осторожностью. И даже снимая этот сюжет про Даниила, нам было велено не говорить, что это все про него. А чтобы, по словам педагога, вдруг не зазнался. Диана Ходулина, Андрей Сволмарс, Алвес Балуадис, Латвийское телевидение.